В минувшее воскресенье в Апатитах официально закрыли лыжный сезон. На стадионе «Атлета» прошли заключительные туры, чемпионаты и первенство города Апатиты по лыжным гонкам. А также четвертый этап массового лыжного конкурса «Лыжня зовет». Вместе с любителями активного образа жизни на лыжню вышел и наш корреспондент Антон Рассказов. По традиции для участия в этапах лыжни выходят апатичане всех возрастов. Хорошая солнечная погода способствует активному семейному отдыху. Дистанция на выбор участников 5, 8, 10 и 13 километров. Плотным строем участники едут до старой лыжной базы. Здесь первое КП и горячий чай. От «Атлета» до базы 2,5 километра. Я так понял, с первого класса катаетесь на лыжах? Да, ну так, для себя. Ну и тогда я даже соревнования тут участвовала. Далее через лес к роднику и верблюду. Видно, что среди апатичан немало любителей активного и здорового образа жизни. На лыжне люди всех возрастов. Вот третьеклассник Ярослав Асанин. Говорит, мама с папой на Пасху в церковь, а сам на лыжню. Меня мама с папой хотели отправить на лыжи. Была такая тренировка у Петра Михайловича в школе номер 7. Меня записали на эту тренировку. Беговые лыжи. Я записался. А это ребята из лыжной секции школы «Олимп». У них сегодня лыжный поход. По окончанию этапа на лыжном стадионе всех ждал чай и сладкие призы. В Апатитах закрыт. Больше не будет официальных соревнований и массовых конкурсов, таких как «Лыжня зовет». Но каждый любитель активного образа жизни, особенно лыж, закроет сезон тогда, когда посчитает нужным. Я, например, свои покатушки думаю завершить, ну, к середине мая. Снега ведь в этом году более чем достаточно.